Багильды Афганов, graduate of the Ashgabat Art School, People's Artist of Turkmenistan Babagildi Afganov started his artistic journey at a young age. He became a student of the prestigious Surikov Art Institute after serving in the military. He joined the faculty of mural painting in his second year. Currently, Mr. Afganov lives and works in Ashgabat. Это, знаете, это произошло, по-моему, в Мары. Он приехал к ребятам. У него были ученики Мары. Они вместе работали. И как-то я там познакомился с Дурутбайрамом, и он зашел ко мне домой. И он гостил у нас, кстати, ночью у нас спал. Ну, вообще-то вокруг Дурутбайрама собиралась молодежь в то время. А мы только приезжие, я никого не знаю в Ашхабаде, между прочим. Кроме вот Ярмамедова, Сейтмурадова, мы, они окончили наш институт. И вот Дурутбайрамом мы познакомились. А так, в то время были художники очень строгие, вот нельзя было просто так заходить в мастерской. Можно сказать, что не пускали просто, серьезно, что тут стесняться. Дурутбайрам в этом плане был, отличался очень выгодно. Он был всегда, кстати, гостеприимным, кроме нас, молодых студентов. По-моему, вся эта культурная Ашхабад у него пила кофе. Я, видимо, от них очень много взяла. Мы постоянно у него уже сидели и пили кофе. И, естественно, говорили только об искусстве, потому что о другом он не позволял говорить, между прочим, к его чести нужно сказать. Вот при нем нельзя было сплетничать, между прочим, говорить о каких-то вот других посторонних вещах, только об искусстве. Только об искусстве. Да. И мне он нравился, как, кроме того, как человек, он трудоголик тоже, вот на вроде меня. Постоянно работал. И вот сейчас, когда я работал еще в институте, постоянно приводил в качестве примера Дурутбайрамова, что без работы, по-моему, у него не проходило ни одного дня. Если даже ему приходилось отключаться неделю, потом он начинал, я говорю, с яблок. Вот с таких вот мелких вещей. Но он входил вот таким образом. Я говорил вот молодым, что ну, нужно начинать, нужно всегда войти. И нужно быть постоянно в курсе. Мне пришлось под его руководством работать еще в худсовете. Была у него какая-то неподдельная доброта, понимаете? Это не всегда приводило к добру и к хорошим результатам. Это даже, скорее всего, вредило. Я однажды помню, был такой заказ государственный, это у нас в Союзе. Мы в то время работали над цирком. Участники, вот, кстати, покойный Изат Кылычев, он выполнял там витражи, то ли на керамику, да. Ну и ребята там исполняли потолки из гипса. И так случилось, что мы видим, что вообще-то это не ручная работа. Покойный Нурымов, он... В то время, я не знаю, почему он брался за этот потолок. Это, кстати, Нурымов, он выдающийся наш скульптор. Почему он должен делать потолок, для меня до сих пор загадка. Ну, естественно, мы не могли ему дать цену такую, какую положено вообще-то. Ну, дали хорошую оценку еще в то время, понимаете? И потом в то время воспользовались этим кое-какие хорошие товарищи в Союзе художников, в кавычках, да, и постучали куда нужно. Специально был вызван, комиссия. Нас начали уже вызывать прокуратуру, что это ваши собственные деньги, что ли, с кармана это, что ли, понимаете? Я в то время был, вот меня удивило, в то время...
идем, едем на машине, последний раз, по-моему, в Союз художников. Сперва покойный Мамед Мамедович вышел из машины и исчез куда-то. А он был, между прочим, член художественного совета. Потом Нури Атаев тоже, не хуже его, тоже вышел, тоже куда-то испарился. По-моему, остались нас трое. Дурдубайрамов, я, да еще этот Юзбашев. Еще мы подписали эти бумаги, естественно, не без влияния Дурдубайрамовича. Да. Потом, кстати, этим очень кое-кто воспользовался, очень сильно. Сильно мы пострадали. Могли бы вообще, честно говоря, посадить за такие дела. В то время было принято. Не знаю, каким образом мы спаслись. В то время я даже не интересовался, но это уже было дело, так сказать, Иззата Назаровича, честно говоря. Вот у Дурдубайрамова, кстати, вот иногда вот эта такая природная доброта доводит вот до такого состояния, между прочим. Вот в нем это сидит. И это ему, кстати, не служит уроком. Нет, абсолютно. В нем это сидит. И эти ребята у него постоянно вот были ученики в то время. Даже мне иногда самому казалось, ну, все-таки, понимаете, столько работ в мастерской сидят там. Ну, лично я не могу вот при таком народе работать. У Дурдубайрамовича было время и желание. По-моему, он даже им краски покупал. У меня такое вот ощущение. По-моему, не только покупал, по-моему, он ездил в Москву, устраивал их даже в институты. Вообще, это, как бы вам сказать, это вообще это странно. Никто не поверит этому. Вот я вот только говорю, честно говоря. Да, это всем, кто слышит меня, это не поверит этому. Но это так, кстати. Можно сказать, что у меня сейчас память немножко слабым стала. А то я присутствовал почти при всех портретах, всех, кого он писал, я там был рядом, между прочим. Я постоянно у него сидел. Мы были вообще-то соседями. Я там работал в мастерской Тутинасова. В то время там большая мастерская была, там, помню, у него постоянно торчали Алмамедов и Халлен Ачариф. Помню такой смешной случай. Иззат Назарович сидел, пил кофе. Ну, Дурдубайрамович делает такой вид, как будто ему отдельный кофе, понимаешь, дает. Ну, после окончился вот это посиделки, потом опять заходит этот же Халлен Ачариф, говорит, Дурдубайрамович, говорит, я очень прошу, хочу пробовать, говорит, с этого кофе, откуда пил Иззат Назарович. Он, это оказывается только лишь... Этот, я имею в виду, посуда отличался, а так вообще тот же самый, да, банка, он только просто, да, банки были отдельными. Да, ему показалось, что это отдельное кофе. Да. Ну, что там скрывать? Художник был, большой художник. Особенно сейчас, я же говорю, он ни дня без работы, постоянно вот только вот этим жил. Даже дома, сколько я помню, вот книги. Наверное, ни у кого столько книг нету, как по искусству, как у Дурдубайрамовича. По-моему, у него две комнаты заполнены книгами. Я к нему иногда заходил домой, Бахар. В то время были книги, посвященные художникам, почти ни у кого не было. Даже когда просто так заходишь к нему, вот к вечер, постоянно я помню, на столе там 3-4 книги. То есть он до конца, можно сказать, учился. И хочу в качестве примера сказать, что он ездил в Испанию, он со мной делился. Был это, например, галерея, это очень известная галерея в Испании. Там выставили на работы Эль Греко, Веласкеса и Гойи. Только перед ними. Целый день он стоял вот перед этими тремя художниками. Он как-то мне говорил, вот подходишь, говорит, ничего не видно. Это насчет Веласкеса. Там, говорит, одни краски. Стоит только, говорит, отходить на метров 5. Баба говорит, ты не поверишь. Картина оживает.
Он, по-моему, был одним из самых любимых вот его художников. Это был Веласкес, надо сказать, да. Эль Греко. Самый любимый художник, это был Эль Греко. Эль Греко, да. А мне показалось, что это все-таки Веласкес. Это в последнее время, по-моему, он ездил еще Голландию, Амстердам. Там он присутствовал, не присутствовал, а ходил на выставку вот этих портретистов знаменитых. Помню. По-моему, он еще ездил в Метрополитен, да? Да, да. Но я не знаю. Вот насчет в Амстердаме, это на него произвело очень большое впечатление, да, очень большое впечатление. Он был, кстати, вот я как-то заметил, он говорил, что там никому не разрешают снимать, никому. А он снял, можно сказать, весь музей, и никому не приходило в голову запрещать, вот остановить его. Все-таки я подозреваю, что у него было такое, знаете, вообще он сам... Вот трудно поверить, но что-то полуребенок. Вот он хотя взрослый, но что-то было от ребенка. Вот от такой вот простоты. Однажды, я помню, мы ездили в Мари на машине к его родственникам. Машина сломалась, это где-то возле Анау. Он обычно выходит, 2-3 раза пинает колесо, потом открывает, смотрит, нифига не понимает. А потом стоит поднятой рукой и... Я заметил, что все вот проезжающие, да, считают своим долгом непременно помочь. И после того, как помогли, еще и 2-3, знаете, вот ящика еще винограда ему дают. Это подарок за то, что он попросил их помочь. Что-то в нем было, Бахар. Что-то от, не знаю. Что-то да, притягивающее что-то было. Я вот заметил, что ко мне обычно никто не идет. Они чувствуют, что во мне сидит дьявол же. Я же говорю, со всеми бороться, никому не уступать. А это вот у Дурды была такая природная доброта. Это все ощущали, кстати, на расстоянии.